Всем привет! И все это долгое время только сейчас выхожу с вами на связь. За это время не хотела снимать, не было желания. Вот только сейчас снова решила вести YouTube канал уже нормально, потому что 2 месяца был перерыв, не было желания снимать. Ну и были обстоятельства. А теперь снова я с вами. Сейчас я снова в Сочи. Прилетела сюда рожать. Месяц я была на родине. Улетали мы на месяц, на полтора в Киргизию. И прилетели сюда 5 ноября. У меня срок поставили на 24 ноября. Сейчас я иду к врачу своему на прием, чтобы взять родовой. Месяц не могла снять распаковку. Вот сейчас решила вам снять, что я приобрела из уходовой косметики. Здесь у меня тканевые маски. Это тканевая питательная маска для лица. Это для волос, укрепляющая. Это тоже для лица тканевая с коллагеном. Это для волос. Я ее уже попробовала, и она мне понравилась. Одеваешь шапочку и ходишь где-то в ней 30 минут. Это тоже для лица. Это для волос. Тоже одеваешь как шапочку и ходишь в ней. Дальше у меня идет уходовая косметика от Dolce Milk. Это пенка для умывания. Дальше идет молочко для снятия макияжа 3 в 1. И увлажняющий крем для лица. Дальше у меня идет тональная основа корейская. Вот решила попробовать. Всем привет! Мой день начался с уборки. Сейчас я для начала начну мыть полы. Я хотела поделиться с вами таким вот средством. Многофункциональное чистящее средство. Оно очень классное. Вот так.
напитки, что ли? Сюда поставила вариться мясо. Здесь у меня вот. Так вот. Такая вот еще здесь игровая площадка. У нас вылет 19:30. До вылета здесь побудем с сыном. Такая вот. Здесь место для намаза. Вот аэропорт на нас. Вышла с больницы. Этого сертификат дали. Теперь хочу зайти в Скорпион. Вот. Я захотела мотнуть косметику. Взяла кое-что. Дома пока. Купила Скорпионе. Я купила крем Хну для волос. Натуральный волос. Он уже готовая смесь. Вот такая вот идет.
просто хочу перекрасить вот этот вот, видите, какой у меня цвет? Рыжий. Может, попробую покрасить. Она идет не просто краска, а с репейным маслом, но с маслами питания и восстановления. Еще взяла, это я Магнит Косметик взяла. Понравились лаки. Хочу покрасить ногти. И сейчас буду красить. Поделюсь результатом. Хочу вернуть свой натуральный русый цвет. Никак не возвращается.